Норвежский военный фрегат столкнулся с танкером, получил пробоины и даже частично затонул. Корабль возвращался с учений НАТО «Единый трезубец», а танкер выходил в это время из порта. Кто именно виноват в морском ДТП, не сообщается. Известно, что 8 человек пострадали, обошлось без погибших. Танкер при этом остался невредим, утечек нефти не было. Однако терминал отгрузки топлива все же пришлось закрыть.